Внимание, внимание! Говорит радиостанция поселка. Слушайте сводку погоды по территории на сегодня 19 июня 1955 года. На побережье и в районе выпаса оленей погода в основном солнечная и теплая. Температура воздуха от 10 до 18 градусов. Облачность высокая. Вылеты самолетов возможны. В районе поселка и в горах ожидается во второй половине дня резкое повышение давления. В долине Эль-Гая туманы. Видимость усложнена. Всем... Запишите, пожалуйста, приказ. С сегодняшнего числа предписывается начальнику управления территории Ченкову вылететь в город на совещание начальников управления Треста Северного строительства. Подпись. Начальник геологического управления территории Ченков. И о, Господа Бога! Что-нибудь случилось? Черт нас сюда принес. Пожары, ветер, земля голая, точно в морге. Зашла сегодня в общежитие. Мальчики уж месяц в тундре, а лед по углам до сих пор не растаял. Грандиозные планы, великие проекты. Сухого барака построить некому. Но, между прочим, без мальчиков вас, падишахов, дворниками нигде бы не взяли. Но ничего, вернутся мальчики, выберу я себя в местком и объявлю я вам, падишахам, войну. Мне на ваши великие планы наплевать, мне мальчиков жаль. А сапоги я вам взял все-таки на размер больше. У вас ступня широкая. Рюкзак выбрал с мягкими лямками. Плечи у вас, извините, пухлые. Жесткая лямка, она врезается и пережимает сосуды. Странно слышать из ваших уст собственные уроки. Так вот, Клим Алексеевич, выход сразу, как только вернусь из города, ясно? Слушаюсь, а может быть и для вас взять лоток? Я возьму с собой свою голову. Через час будет попутный борт, машина ждет. Руки чешутся, на здешних речках помыть. Послушайте, Куценко. Ну, я просто секретарь. Старая дура, таскаюсь за ним с места на место. А вы-то специалист. Золотые руки, вас ведь в любом месте возьмут. Зачем вы тащитесь за Ченковым? Меня Илья Николаевич создал. Выбрал из тысячи. Научил видеть долину. Без него я пыль, пустая порода. О, Господи! Thank you.
Ой, Иван Степанович, к грузу подошли. Порядок. Как здоровье жены? Порядок. Жора, у нас с тобой особый разговор. После совещания останется, поговорим. Ася, привет. Хозяину территории мое почтение, как жизнь молодая. Пора начинать. К столу, все к столу. Активнее, товарищи, активнее. У нас очень мало времени. Прошу садиться. Ну что ж, ребятки, все вы прошли славный путь. Вы гоняли упряжки, гибли от голода, от цинги, мерзли, тонули. Очевидно, всему есть предел. Подкрадывается старость, возраст инфарктов. Давай конкретно. Конкретно. Пожалуйста. За последние 3 года добыча золота в нашем тресте резко упала. Многие в Москве считают, что Северстрой совсем кончился. Сняты все сливки. Ураганная добыча во время войны. Новых-то месторождений не открыто. Прирост золотых запасов минимален. И это в то самое время, когда от нас требуется максимальная отдача. Нет, дорогие мои. Если так будет продолжаться, моя голова полетит. Но и вас ждет почетная унылая пенсия. А ты не пугай. А я не пугаю. Все мы связаны золотом намертво. А выход мы знаем сами. Глубокая разведка, глубокие поиски. А для этого нужны деньги. И очень большие. Есть план сократить все расходы, кроме расходов на золото. Например, территория. Во время войны мы искали там олово. Но война-то 10 лет как кончилась, и олово сейчас не такая уж острая проблема. Есть предложение расходы по территории сократить, оставить там минимальный штат, пусть занимается съемкой. Ну а для такого руководителя, как Ченков, мы подберем какое-нибудь другое золотое местечко. Ты-то как думаешь, Илья Николаевич? Территорию я не отдам. Заканчивай. Ага. Опа! Так. О, Владимир Михайлович, мое почтение. Привет, Кифер. Вот чует мое сердце в этом шурфе ничегошеньки, кроме нашей зарплаты. По дальней сопке 2 топают. Где? Вон. Направляются к нам на базу. Не вижу. Оба толстые, как больные. Ничего не вижу. А где ж вам видеть? Один капитан,
бросил морской бинокль в воду, не выдержал соревнований с моим глазом. Это точно. Кому ум, кому силу, а этому чучелу глаза наградил Господь. Скажите, Владимир Михайлович, а правда у нашего нового начальства прозвище Будда? Правда. А что? Вообще-то я видел. Что-то божественное в его лике есть. А эти двое уже приближаются. В рюкзаках у них спирт. Начальник, нальешь кружку, выпью и станцую тебе старинный индусский танец под названием «Ганг». Ты работай, работай. Хорошо моешь, вижу. Шлихи чистые. И пустые. Чего ты? Да не, у меня все нормально. Все в порядке. Ну ладно. В 19:00 все пробы на базу. Гузя. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Пожалуйста, чай и уху, Клим Алексеевич. Чай и уху через 15 минут. Как дела? Должен вам сообщить, что долина пуста. Никаких признаков олова. Совершенно пустые шлихи. Скажите, вы могли бы поверить в здешнее золото? В промышленное золото территории я не верю. А почему? Трепотня и пошлый ажиотаж. Инженер обязан верить в реальные вещи, обосновывать что-то случайными пробами – это авантюризм. Золотые знаки разбросаны по территории всюду. Иногда встречаются даже самородки. Но это еще ничего не значит. Знаки – это еще не россыпь. Тем более, что мы простые оловянщики. Для нас олово дороже и ближе золота. Вы же прекрасно знаете, Владимир Михайлович, что золото – главный продукт Северстроя. Так что естественно, что все свои планы Северстрой связывает с разведкой золота. Поэтому и на нас лежит ответственность за судьбу организации. Может быть, вы считаете, Владимир Михайлович, необходимым провести шурфовку верховьев вашей реки? Нет, не считаю. У нас есть бумага от Рабыкина, запрещающая любые работы, связанные с поисками золота. Но если это ваш приказ, я привык к северстроевским приказ, необходимо. Зачем, Владимир Михайлович? Слова какие-то неудобные. Приказ необходимо. Все проще. Ага. Это я. Хорош. Кефир, ты почему здесь? Живот болит. Живот болит? У меня есть лекарства. Пошли. Что мне с ним делать? Уху варить! Ну, а штаны не надо носить? Один момент.
Сейчас. Вот так. Не больше. Но мы ж культурные люди. Ну и кадры у вас, Владимир Михайлович. Я, знаете, очень уважаю настоящие кадры. Значит, не любите вы золото, Владимир Михайлович. А почему я должен его любить? Я ведь не одолиска и не подпольный миллионер. Да, вы, конечно, не одолиска. Моей задачей является оловянный камень. Вашей задачей является то, что требует государство. Месторождения не возникают случайно. Их открывают тогда, когда возникает потребность. Во время войны возникла потребность в олове, и она была найдена здесь. Сейчас возникла потребность в золоте. А где ваши люди? Извините, я сейчас. Шлиховая группа начала новую линию. Съемщик должен сегодня вернуться. Его фамилия, кажется, Баклаков. Как он? Нормальный молодой специалист. Работает у меня 2 года, старателен. Самолюбив? Как всякий молодой специалист. Пожалуй, чуть больше. Медведь тут на базу заявился. Он на него с ножиком кинулся для проверки душевных сил. Медведь оказался умнее, убежал. Вот я предлагаю направить Баклакова с рабочим в Нагорье Китунг. Там есть гранитные массивы, мы о них ничего не знаем. Я не могу послать туда людей. От Нагорья нас отделяет большая река Ватап. Ни вброд, ни вплавь. Это невозможно. Когда я вижу человека, лишенного честолюбия, он мне представляется как бы ущербным. Вы уважаете традиции и правила. Традиционное честолюбие северстроевского геолога в том, чтобы сделать невозможное. С Баклаковым говорите сами. Шутка, лафа. Беда, цыган. Посоветоваться надо. А что случилось? А? Долго рассказывать. Биография. Я в Северстрой попал из-за девчонки одной. Знаешь, как в детстве бывает. Двое мы около нее крутились. Я да Сережка один. Серега-то бортмехаником стал. А у меня ничего не получалось. Даже в армию не взяли. Хронический гайморит нашли. Мамашка себе на завод лаборантом взяла. Сонька в мою сторону даже смотреть перестала. Тоска. Как-то раз по Невскому без дела шатался. В Норд зашел. Там парень один с бородой. Подсел ко мне за столик. Разговорились. Тебя, говорит, в Северстрое ждут. Единственное, говорит, место на всем земном шаре, где может жить и заработать настоящий мужчина. Ну, я вещички потихоньку собрал. Денег на дорогу занял. Матери записку оставил. Остальное ты знаешь. Уже отсюда письмо Соньке написал. Что живу и работаю в Арктике. Шлихи мою. А тут и пошло от нее каждый день. Письма про каких-то белых медведей. Про канаты, за которые в пургу держатся.
про самородки золота. А сегодня, как назло, в двух пробах самородки вылезли. Я их в карман. Первая мысль была: Соньке пошлю, чтобы окончательно доказать ей ничтожность Сережки. Опомнился, да поздно. Монголов пришел, пробы проверил. Что делать, цыган? Ты все прошел, все знаешь. А ну, поди сюда. Покашка. Чтоб завтра пошел к Монголову, все сказал. Понял? Я? Да, есть маленько. Пойди в палатку. Там коньяк на столе. Нельзя мне, начальник. На Зароке живу. Третий год уж пошел. А как зовут? По-здешнему бог огня. Костер. Костер ловко разжигаю. Вообще-то я Дягилев. Лечился? Сам. Как баба померла, так и бросил. Не выдержала она. Не запьешь? Нет. Надо детей выводить. Двое их у меня. Мишка да Тоська. Живут у сестры. Все деньги ей отправляю. Чтобы у них все было, чего раньше не было, из-за моей сарматищи. Это правильно. Ну вот и ладно. Спасибо, начальник. Спать пойду. Будь здоров. Баклаков? Да. Я решил предложить вам маршрут в Нагорье Китунг, в неизученный район. Можно сделать. А переправа через Ватап? Я реки-то этой не видел. Надо увидеть, потом решать. А что значит в переводе Ватап? Серая вода. Видно, течение быстрое, много мути несет. Говорят, большая река. Вы уверены, что справитесь с маршрутом и переправой?
Уверен. Что вы кончали? Московский геолого-разведочный. Вы, кажется, мастер спорта? Так точно, по лыжам. Многие путают работу геолога со спортом. Мы меняем жизнь целых стран. Запомните это. Вы меня поняли, Баклаков? Так точно. Почему вы все время отвечаете, как ефрейтор, так точно? Так учили. В Северстрое начальству возражать не принято. Вы же начальник. Если вы хотите быть геологом, забудьте слова «так принято», «так считают». И в поиске нет начальства. Выходите как можно скорее. Мне очень нужен ваш маршрут, Баклаков. Понятно? За самовольный отъезд с совещания начальников управления Треста Северстрой начальнику управления территории товарищу Ченкову И.Н. объявить выговор и предупредить, что в дальнейшем... Подшайте это к моей коллекции. А вы знаете, что они решили закрыть управление территорией? Почему? Концентрация средств. Государству требует золота, и вот... Рабыкин решил, что территория сейчас никому не нужна, не имеет перспективы. Ах, Рабыкин решил. Ну, если Рабыкин решил, то все ясно. Я прекрасно помню, что вы и Рабыкин попали в трест одновременно. И вам дали партию, куда вначале прошли Рабыкина. Потом вы открыли россыпь и получили лауреата. Дважды два, Илья Николаевич. Нет, Рабыкин честный парень. Прекрасный администратор. А то, что накрепко усвоил ортодоксальную теорию о несовместимости олова и золота на территории, это не его вина. Многие считают, что это единственно правильная точка зрения. Ну так. В этом году они нас не закроют. Финансовый план утвержден. А вот если отстоим будущий год, они нас не смогут закрыть. Я 5 лет готовился к работе здесь. Я чувствую здесь каждую долину. Я единственный человек, который знает о территории все. Здравствуйте, Илья Николаевич. Доброго здоровья. Илья Николаевич, можно вас на секундочку? На ваше имя получено 2 радиограммы. Одна от Опрятина. У нас в склоне хребта Парканая обнаружил скелет человека. Ну, судя по вещам, геолог. А Капков обнаружил месторождение Киновари. В районе реки Лосиной. Да? Да. Ну, спасибо, Людочка. Спасибо. Здравствуйте, Илья Николаевич. Мне необходимо золото, Клим Алексеевич. Слушаюсь. Вы не поняли. Мне лично необходим золотой песок. Как можно больше. Будет сделано. Как? Выше базы Монголова есть котловина. Мы ее с вами видели. Вот там и попробуем. Можно проходнушку поставить. Хорошо. Разрешите пару рабочих взять? Не разрешаю. Мыть будете до последней воды. Встанет река, выйдите на базу Монголова, там вас будут ждать. Угу. Рассматривайте это задание не как приказ, а как мою личную просьбу.
Чудеса, язви меня в душу. В одной палатке сидят два одинаковых дурака. Но я свое отсидел. Захищение государственного имущества. Справедливо. А хищение вышло из-за моей глупости и жадности моей бабы. Красивая стерва была. Ну ладно. Мне амнистия должна была быть. А тут у нас в бараке обнаружили несколько бутылок с золотым песком. Но я шофером тогда работал. Пало на меня подозрение. Амнистия мимо прошла. Возненавидел я это золото на всю жизнь. Деньги еще раньше, когда судили. Сволочи, куркули проклятые. Ничего, кроме ковров, кофточек, сберкнижки знать не хотят. Ну ладно. Это к слову. О родственничках. Потом начал работать промывальщиком у вас. И надо же, в первом лотке золото поперло. Ну, смотрю я на него, как на Гитлера. Я думаю, к черту. Ну, взял и обратно в речку зашвырнул. Потом второй лоток. Третий. Все из одного шурфа. Теперь вот эта вот история. Малышом. У него было две пробы. У меня пять. Если вздумаете меня под следствие, от всего отрекусь. Скажу, что придумал. Купчишки. Ваше ли это золото? Это золото государства. Преступники. Готов понести наказание. Под суд тебя отдать. Жизнь поломать по глупости. У тебя, Салахов, дело прошлое. Поступай, как прикажет совесть. Про малыша знаем мы двое. Не надо соучастия, Владимир Михайлович. Да что с вами всеми происходит? Самородки прячут. Баклаков своевольничает. Уходит один в сложнейший маршрут. Анархию развели. Вон отсюда! Работы. Я искуплю. Верьте мне, Владимир Михайлович. Thank you.
А скажите, а на черепе у того товарища не сохранилось волос? Нет. По-моему, нет. Если светлые волосы, значит, Гагин, мой однокашник. Когда нашли труп? 16-го. Трактор туда пройдет? Исключено. Пешком? Суток двое. А что вы решаете, товарищ майор? Надо идти. Захоронить, акт составить. Вот я вас прошу, постарайтесь выяснить точно, кто погиб. А если вам это удастся, потом надо будет памятник по возможности сообразить, чтобы все было как у людей. Что-нибудь сообразим. Таков печальный итог. Как идут дела, Прятин? Нормально. Вот, посмотрите. А с какой целью вы ведете канавные работы? При заброске партии были обнаружены развалы кварца. Вот, решили проверить канавами. Ну, и что показал ваш кварц? Жилы пустые. Низкотемпературный молочный кварц и более ничего. А кто это у вас там валяется? Андрей. Как ваша фамилия? А ваша? Яченков, начальник управления, где вы работаете. Горин. По кличке Доктор. Инженер-геолог. Среди штатных геологов территории вы не числитесь. Я по договору. Не люблю, знаете, зависеть. Но если вы действительно инженер-геолог, будьте добры к столу. Ну а почему пусты канавы, Опрятин? Я думаю, что наш лист находится в переходной зоне. Между золотоносными областями реки и оловиносной провинцией территории. Ну а что вы скажете о золотоносности вашего района? Черт его знает. Ну слушайте приказ, Опрятин. К осени вы мне дадите полный отчет о золотоносности вашего района. Но у партии существует утвержденный проект. Я не смогу выполнить ваш приказ. Но мне плевать на проект. Я его отменяю. О чем, собственно, спорить? Мы ведем работу в основном в горной части. Надо спуститься в тундру, прошлиховать верховья основных водотоков. Шлихи мыть быстро, лишь на тяжелую фракцию. Канавные работы прекратить. Не о чем спорить. Разумно. Я прошу вас никогда на меня не кричать. Во-вторых, я прошу дать точные указания о поисках золота. Но ведь вы инженер, вы должны знать. В-третьих, это. Я прошу дать письменные указания об отмене проекта. Без этого я не могу изменить свой план работ. Вы инженер-геолог, Опрятин. А инженер-геолог должен иметь кодекс чести. Ваш коллега погиб здесь. Именно во время поисков золота. Результат его работы неизвестен. И для того, чтобы выполнить элементарный товарищеский долг, вы требуете бумажку. Вам не стыдно, Опрятин? Это демагогия. Демагогией занимаетесь вы, приказ вам известен. Это ваш дед, академик Опрятин? Вашему знаменитому деду-геологу? Стыдно должно быть за вас. Ах, как красиво он тебя обыграл. Георгий, умница. Тебя высекли. Прими это как мужчина. Ты с ним знаком?
Второй раз вижу. Значит, и он взял второй раз. Как он тебя угадал? Личного дела тут мало. Результат приказ должен выполнить. Иначе он тебя высечет второй раз. А завалишь проект. Бумажек он тебе не оставил. Высекут другие. А я не буду заваливать проект. Он этого и хотел. С одной мышки две шкурки. Ничего, мне свидетель ты. Плохо ты знаешь людей, Георгий. Ты меня представляешь жлобом свидетелем. Так что же выходит, ты за него? Я единичный философ. Следовательно, во всяком случае, я за себя. Но мы стоим в одной партии. Из классовой солидарности беру на себя всю работу по проекту. Выполняй задание, Ченкова. Илья Николаевич, мне сообщили, Рабыкин послал в Москву бумагу. Предлагает свернуть работы на территории. Вы знаете мою кличку, Лидия Макаровна? Разумеется. Глупая кличка, ошибочная. Будда по имени Гуатама был человек строгих нравственных правил. А я, знаете, грешен. Нет заповеди, которую бы я не нарушил. Стареете, Илья Николаевич. Мягкость у вас какая-то появилась, сомнения.
Сомнения есть всегда. Что-то раньше вы о них молчали. Знающий не говорит, говорящий не знает. Это написал Лао Цзи. Я вам еще не все сказала. Экономисты в области подсчитали стоимость тонны здешнего оловянного камня. Цифры ужасные. Я эти подсчеты сделал еще 3 года назад. А ваши умники не видят дальше собственного пупа. Здравствуй, Владимир Михайлович. Здравствуйте. Что случилось? Нет Баклакова. Контрольный срок уже кончился. Никогда себе не прощу, что не проследил за его уходом. Представить себе не мог. А тут еще история с промывальщиками. Что это за история? Плохая история. Разрешите умолчать? Разрешаю. Но вы уверены, что с Баклаковым неладно? Если у вас есть дивизия, чтобы прочесать Китунг, можете узнать точно. Пока опасности нет. Может быть, его что-то задержало. Кажется, Капков едет. Всех, кто связывается с золотом территории, ждет плохой конец. Это проклятие. Вы сорвали мне проект. Вы пришли, чтобы подстраховаться? Я принес рапорт. Прошу через месяц разрешить мне отпуск. Я вообще не хочу с вами больше работать. Кроме того, я болен. Отпуска не будет. И вообще, я вас не отпускаю. Вы нужны здесь. Зачем? Не лучше ли продолжить в кабинете? Я предлагаю вам возглавить разведку на рассыпное золото в долине реки Эльгай. Это несерьезно. А если приказ? Впервые в жизни отвечу на приказ медицинской справкой. Не заставляйте меня это делать. Днями я улетаю в Москву. Прошу не подавать рапорт до моего возвращения. Сердце что-то болит. Вот слетаю, схожу к врачам. Пошли, глянем на киноре Капкова. Oh,
школе, год, гумнинный год. Посадим орацек, а It's why it's a day that I yet more much for the courage Юка кунхан кам ипле оку юл Гэвэнэн утонэн гэнинаккайо Кьякуй. И квити и тьмунга. Иргата кремеля куэнмес. Ты счастливый. Тундра тебя отпустила. Когда человек один, она хочет его взять. Если отпустила, будешь долго жить. Может, пойдешь, пастухи? Будешь бегать, женишься, родишь много детей, будешь счастливый. Нет, у меня работа другая. Никто молодой не хочет быть пастухом. Все куда-то спешат. Стараются улететь, уплыть, уехать, бежать. А зачем человек живет? Чтобы быть счастливым. Когда счастье? Когда все главное у тебя. Что главное в тундре? Олень! Вайк пакле. Спасибо. Возьмешь ее с собой? Ей школу. Я не к поселку иду. Мне маршрут надо продолжать. Немножко-то вместе пройдете. А вы сам ее проводил. Старый стал. Тундра очень похожа на жизнь. А холмы тундры, как годы. Идешь по холмам, стареешь, а холмы повторяются. Только люди с тобой другие. Thank you.
Здравствуй. Рад тебя видеть. Здорово. Илья. Да. Понимаешь, Иван, я не один. Там в приемной сидит хороший человек. Он тебе хочет кое-что показать. Ну, зови его, зови. Здрасте. Здравствуйте. Давай, Василий Алексеевич. Пробы золота территории. Спасибо, Василий Алексеевич. Вы свободны пока. А как же? Замминистра подготовит вам расписку в получении. До свидания. Всего хорошего. Так что, Илья, ты хочешь меня этим удивить? Вот именно так. Теперь ответь. Почему сотни людей искали золото на территории? Считали, что оно обязано там быть. Оно там есть. Раз обязано быть, значит есть. Я написал докладную. Это уже не догадки. Не мираж, а строго научное обоснование золотоносности территории. Почему же никто до сих пор не находил там весового золота? Искали не так, и не те люди. Тебя там не было. Угадал. Пуп территории. Именно так. Так что тебе надо? Деньги. Много денег. Золото территории – хитрая вещь. Оно залегает секретом. А у меня есть ключ к этому секрету. Но без денег и без крупных работ я бессилен. Ну, дай мне деньги. Я их верну тысячекратно. Рыбыкин не верит в золото территории. Но государство, это же не Рыбыкин. Государство обязано рискнуть несколькими миллионами. Иди хоть Господу Богу, но дай мне денег для территории. Где докладная? Вот. Ладно, позвони мне. Ну, спасибо, Иван. Я знал, что ты согласишься рискнуть. Мне деньги не за Тыбик платят. Знаешь, Тыбик, ты бы сбегал, такая хорошая должность. Так у меня другая, Щенков. Я вот только не пойму, ты-то чего на рожон лезешь? А для чего тогда я? Для чего тогда кадры, которые могут и обучены работать больше, чем лошади? Через десяток лет я выйду в тираж, и мои злые ребята будут пенсионерами с валидолом в кармане. Простит ли тебе государство, что не использовал нас до конца? Простим ли тебе мы, что благополучно прожили десяток лет жизни. А ты демагог, Чинков, вот не знал. К черту! Если понадобится моя работа, я согласен стать демагогом всем, кем выгодно в данный момент. Единственное, что я хочу, вмиг перед смертью знать, что я выполнил все, к чему предназначен. Thank you.
поиски золота территории, скорее всего, будут. Мы организуем в районе Китунга 10 поисковых партий. Небольшие мобильные партии. Базовая разведочная партия будет находиться на слиянии Ватапа и Эльгая. Начальником этой партии назначается Владимир Михайлович Монголов. Вторая информация. Параллельно с золотом мы должны искать оловянный камень. Работы по проекту нам никто не отменил. Следовательно, на ваши плечи ляжет двойная нагрузка. Кто хочет уволиться, пусть уходит. Там приличная характеристика. У нас тех, кто останется, буду спрашивать беспощадно. Есть замечания? Мы вас слушаем. Спасибо, Лидия Макаровна. Тихо, товарищи. Продолжайте, Владимир Михайлович. Вы все знаете, что я просил Ченкова уволить меня по состоянию здоровья. Но сейчас я принял решение. Я возьму разведку в устье Ильгая, которую мне предлагает Ченков. Не могут быть правыми все. Прав или Ченков, или мы с Рабыкиным, такие узлы надо рубить. Тогда будем работать спокойно, как требует совесть и государство. Спасибо, Владимир Михайлович. Заседание техсовета прошло в горячей деловой обстановке. Остальное на доске приказов. Баклаков, задержитесь, пожалуйста. Ну, Баклаков, читали приказ? Читал. В следующий раз будете знать, что маршруты не ходят в одиночку. Благодарите свою молодость. Что вы стоите? А ведь вы счастливчик, Сергей Александрович. Заболеть в центре Китунга, чтобы рядом оказался пастух. Может быть, единственный пастух на Китунге. Кьяи. Такой старик. Настоящий. У нас в лесных деревнях есть такие. А как у вас с отчетом? Пишу. Я очень жду ваш отчет, Баклаков. Вы меня поняли? Да. Идите. Ты здесь меня обошел, Вятский. Чего ты такой злой с утра? В Барнауле, в Чите, в Ленинграде, на Тяньшане, в Туве работал. И всюду был Гурин, индивидуальный философ. А здесь все какие-то чокнутые. Климат не для меня. Да брось ты, доктор. Отчет надо писать. Отчет? Из тех, что здесь пишут, сотворю за неделю. За две недели создам недосягаемый образец. Скучно.
Вы здесь пишете отчеты, будто исследовали известняковый карьер под Москвой, а не территорию, о которой никто ничего не знает. Здесь каждый отчет должен быть на уровне докторской диссертации. Покопайся в фондах. Может быть, там много диссертаций лежит. Я взял себе петрографию и знаю на уровне хорошего кандидата или среднего доктора. Кроме того, я знаю два языка. С таким багажом я везде желанный гость. В любом геологическом управлении страны. Когда мне что-нибудь надоедает, выбираю на карте точку и двигаю туда. Передвижения помогают мне не иметь вещей и сберкнижки. Так проще. Ничего не хочу иметь, кроме себя. Да. Вот я забыл сказать в прошлый раз. Я вам хочу дать партию. Но посмотрим, на что вы способны в настоящем деле. Берите Куценко, а остальные кадры готовьте сами. Ну вот, старик. Твоя биография в малом варианте решена. Тебя полюбил Будда. Послушай, Андрей, ты поможешь мне составить маршрутную карту? Старик, я ведь еще не дал согласия участвовать в твоем харакири. Почему? Но я не отказываюсь. Да кончай ты треп, да или нет? Как начальник ты не подарочек. Да и руководящего ума у тебя тоже не видно. Но работать с тобой можно. Я зажирел, чувствую, скоро мне на крыло. Хочу оставить память на территории. Согласен, начальник. Кто там? Да я. Так вот, значит, кто у меня тут хозяйничает. Надо было кое-что перепечатать. Понятно. Муж у меня тоже по ночам. Чефир пил, чтоб не спать. В 33 года умер. Тогда война была. Сердце ведь сорвешь, дурачок. Ну, что у тебя тут? Отчет. Господи. Ну и почерк у тебя, Баклаков. А что, почерк как почерк? Как курица лапой. Ну, напечатаю я тебе, иди. К Капкову иди, там гуляют. Лидия Макаровна, спасибо. Я пойду. Ступай, ступай. Я пошел. Вот новую бутылку, пожалуйста. Здрасте, товарищи! Вот он пришел!
ходили, все искали, а ты как? Да погоди, да раздеться. Человек. Иди сюда, успеешь раздеться? Вот так вот надо. Привет, малыш. Ты где был? Да так, все, копаюсь в бумажках. Все, работаешь, работаешь. А мы тут без тебя скучали. Да? Интересно. Но если ты вернешься, я тебя тогда прощу. Ты что, Серега, по ночам шляешься? Муки творчества. Я сегодня, по-моему, кое-что придумал. Если не ошибся, то значит... Что значит? Да, ничего не значит. Может быть, это все ерунда. Ну, дело твое, не хочешь, не говори. Ты знаешь, Будда дал мне рекогносцировочную партию. Тоже с Буддой разговор состоялся. Он предложил мне написать на разведку Кинавари 2-летний проект. Но первый год заниматься съемкой, то есть все тем же золотом. Понятно. Судьба. Не везет. Так, ребят, ребят. Спасибо. Малыш, налей. Давай, посмотри. А что? Есть тост. За наш полевой сезон. За нашу удачу. Это первое. А второе? Приемный. Мечется Баклаков. Звать? Зовите. Сережа? Что вам надо, Баклаков? Я открыл секрет россыпи территории. Ну-ка, повторите, что вы сказали. Я открыл секрет россыпи территории. Вот, посмотрите. Долины рек здесь приурочены к разломам. Это азбука. Но существует и другая система разломов. Это трещины в горных породах. Именно по ним образовались ручьи, впадающие в главные реки. В местах пересечения зон образуются самые слабые места в горных породах. Именно к этим участкам приурочены золотоносные кварцевые жилы. Они разрушаются. И чтобы найти золото, надо искать его ниже по течению. Шурфы здесь будут очень глубокими. Все правильно, все так. Спасибо, я не ошибся вас, Баклаков. Сейчас вы сказали то же, о чем думал я. На дне глубоких шурфов самые слабые места пересечения зон. Это никому не приходило в голову, потому что просто. А теперь... Когда есть деньги, время и люди, надо достать это золото, доказать, что оно есть. Это труднее, чем родить идею, понимаете? Достать.
встать, чего бы это ни стоило. Ну и весновочка, клизмы без механизма. Чефиру нет, Клим Алексеевич? Слава богу. Это где ж так бывает? Человек из маршрута, а чая нету. Как дела? Норма. Валерка седой, на шурфах, бог огня шляхи моет. Я там одно местечко присмотрел. Значит, золота пока нет? Пока нет. Погрейся. Курорт, а не жизнь. На-ка, попробуй. Спасибо. Вот да яд. Не нравится мне все это. Как бы худо не было. Красиво, черт. Красиво-то красиво. Только ни к чему. Силы зря теряется. А дело стоит. Сказал бы ты ему. Здорово, Магиома, начальник. Король Кавголовских холмов. Это я. Ты на юг ходил? Еще как ходил. Тебя жду, начальник. Твоего мудрого руководящего слова. Доктор. Посмотри образцы. На холмах Тачин я нашел небольшой гранитный интрузивчик. По-моему, это интересно. Слушаюсь, начальник. Ого. Что-то глаза слезятся. Глаза? Ну-ка. Чаем промой. Лучше чая, лекарства нет при таком снеге. Да ну, ничего. Ну, как ничего? Снежной слепотой заболеешь. О, бог огня идет. Бог? Что с тобой? Золото. Неужели золото? Ну-ка, дай посмотреть. Руки примерзли, пока нес. Хорошо, сила. Хорошо, люкс. Что это ты? Новые улицы проектирую. Давай сначала для себя палатку спроектируем. А зачем для себя? Буду мне сам лично сообщил. Смотри, там кефир. Скоро тебе направим новый контингент. А какой, но не контингент? Ему стол, к примеру, нужен. Жене письмо написать, кино, баня. Все поставим, все. Да ты не бойся, цыган. Не бери в голову. Дядь Кость, в поселок приедешь, Нинке передай. Ладно, передам. Делов-то.
ведь это ж надо закопать себя на такую глыбь! Ведь это ж надо! Вот фарт какой! Цыган! А цыган! Да здесь я! Чего орешь? В ребра и в душу! Держи! Вот это да! А там еще нету? Вынимай ты меня отсюда! Ну чего стоишь? Да подожди, потерпишь. Видишь, нервный какой стал. Вытаскивай! Тащу. Дай глянуть. Будь здоров, дорогой. Ты куда? Ты куда? Стой! Стой, я говорю! Стой! Вот так! Вот так! Пятая линия, десятый шурф. Вторая проходка 11 метра. Сейчас никак нельзя. Фарт спугнешь. Хорошо. Выпишу тебе двойную премию. Деньги дым, Владимир Михайлович. Рабочий класс печален, вот что плохо. Работяга желает знать результат, товарищ инженер. Деньги что? Деньги были, и нет денег. А результат в газете можно прочесть и вырезку бабе послать. Всю эту линию бейте до плотика. Эх, Владимир Михайлович, вздрогнет небо от копоти. Вся новая линия шурфов дает хорошее золото. Если так пойдет дальше, вы выиграли, Ченков. Но хочу напомнить вам, вы обещали мне отпуск, как только разведка даст результат. Плохо себя чувствуете? Да, не сплю, желудок жжет. Устроим вас в санаторий, Владимир Михайлович. Северстроевский спецсанаторий. Отдельная комната. Комфорт, хорошие врачи. Нет, это не для меня. Что хорошо для генерала, то не годится для Ваньки взводного. Хочу поехать в деревню. Зайти к простому сельскому врачу, с удочкой посидеть, подумать. Возникла необходимость подумать. О чем, если не секрет? Вы знаете о правилах. Всю жизнь я верил в определенные правила. В личный устав, если хотите. Почему-то все пошатнулось. А человеку без правил нельзя. Ну, будем взаимно выполнять обязательства. Вы выполнили свое здесь, я выполняю свое. И разрешаю вам отпуск. Но подумайте о санатории. Я организую вам любой санаторий страны. Да ни к чему, Ваньке взводному. Бросьте. В управлении организуется отдел разведок. Сейчас будет у нас много разведок. Вы будете начальником отдела разведок и моим заместителем после отпуска. Ну, в кресле я... Не выйдет, Владимир Михайлович. Вы единственная окончательная кандидатура. Вспомните ваши правила. Хотите, чтобы я техника назначил на этот пост? Молодого специалиста? Это слишком дорого для государства, товарищ Владимир начальник! Михайлович. Товарищ Ченков! В чем дело? В поселок комиссия прилетела! Вас ищут, волнуются! Все пробы золота я заберу с собой. Сколько здесь? 5 килограмм, 143 грамма. Что случилось, Сережа? Доктор,
Обе ноги сломал. Открытый перелом. Кричит страшно. Я у него даже пистолет отобрал. Вот. Где это произошло? На западном склоне. В лощине. С ним там бог огня. Вот здесь. Ёлки зеленые, сколько ж ты шел? Ничего. Я пошлю ваш трактор за Гуриным. Хорошо. А ты давай отдыхай, грейся. Я так и чувствовал, что с доктором так просто не обойдется. А вы сможете, Сергей Александрович, пройти на упряжке до поселка? Когда? Ну, предположим, так через полчаса. Могу. А зачем? Комиссия прилетела в поселок. Меня ждут. Ведь я не могу в свои-то годы на упряжке отчитаться перед начальством надо. Вот я и подумал, а почему бы не послать вас? Идея-то залегания золота ваша. Вы, наверное, шутите, Илья Николаевич? Так вот, я в своей жизни видел много комиссий. Они любят фокус. Комиссию надо очаровать, убедить ее. Это тоже искусство. Уметь убеждать также необходимо геологу, как и уметь находить. Берите золотишко и идите. Я верю в вас, Сережа. Желаю удачи.